Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Клуб имени Валерия Грушина и стратегический партнер Грушинского фестиваля компании «Мегафон» приветствуют вас на Грушинской волне. Сегодня у нас в гостях совершенно замечательный творческий дуэт. Это Роман Ланкин и Таня Ларина. Ну, Таня Ларина, она известный музыкант. Она о себе расскажет. Замечательный музыкант. А Рома — это сегодня один из самых популярных исполнителей на Грушинском фестивале, которого все с нетерпением ждут и слушают с огромным удовольствием. Нам повезло, что сегодня вот состоится такая замечательная встреча. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы сегодня у нас в гостях. Ну, я предлагаю начать сегодняшнюю встречу вот со знаковой такой песни, которой с гитары Грушинского фестиваля несколько лет назад Рома заявил о себе. Когда мы все услышали это, мы поняли, что над Грушинским взошла какая-то звезда, новая и прекрасная. Не бойся красивых слов, они искренние. Пораньше встань, пораньше встань, пораньше, когда дворники маячат у ворот, и ты увидишь, ты услышишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет. И ты увидишь, ты услышишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет. Будет полдень суматохою пропахший, звон трамваев и людской водоворот. Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Будет вечер заговорщик и обманщик, темнотою все на свете обоймет. Но вглядись, и ты увидишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Но вглядись, и ты увидишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Грохот палочек, то ближе он, то дальше, сквозь сумятицу и полночи туман. Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан? Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан? Как мне жаль, что ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан. Вот для меня эта песня вообще как-то огромнейшая, конечно, оказывает влияние. И вот я вам скажу, что тут самые, конечно, потрясающие строчки. Как, неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан? Вот я отношу ее к тем людям, которые не могут понять сути душу Грушинского фестиваля. Неужели они не слышат? Но с каждым годом все больше и больше людей
этот барабан слышит. Он тревожит их душу, он их зовет их туда. Это здорово. Рома, а вот ты скажи, какие пути привели тебя на Грушинский фестиваль все-таки? Ну, вообще-то на Грушинский фестиваль я попал впервые в 93-м году. В то время я был молодым человеком, увлекающимся альпинизмом. Альпинисты в начале 90-х стали зарабатывать себе на горы, стали требоваться уже деньги для того, чтобы путешествовать в горы, и стали они заниматься промышленным альпинизмом. И в один прекрасный день я не поехал ни в какие горы, заработав немножечко денег, я отправился из Нижневартовска, как сейчас помню, в Самару на Грушинский фестиваль. Приехал я, богатенький Буратино, и половину денег потратил на кассеты, которые продавались на Грушинке в то время. Большинство из них было записано теперь моим очень хорошим товарищем Валерой Мустафиным на студии «Сибирский тракт». Тогда это была одна из немногих студий, которая записывала бардов в то время. Конечно же, я был поражен. Я был поражен и масштабами, и этим удивительным праздником, который, не прекращая, злился целых три дня. И тем тогда еще были разрешены эти фейерверки, и ночью тоже было все очень так красиво и ярко. И все те люди, которых я слушал когда-то на бобинах, в записях, по радио, все они были здесь, и все они пели эти песни, и мне это очень понравилось. Конечно же, я не смог не приехать в следующий год, в 94-м году, снова на этот фестиваль. А гитару-то ты когда впервые в руки взял? Давненько. Было мне в то время 10 лет, как взял я гитару, но не скажу, что это знакомство было приятным для меня. Для начала, сперва мне как-то гитара не давалась, и меня мама решила отправить в музыкальную школу по классу гитары. И только благодаря ее упорству в этой музыкальной школе я продолжал существовать в течение трех лет, пока мне не понравилось, извините. Вот. А три года это были годы отчаянной борьбы за собственную свободу, не увенчавшуюся успехом. В результате эту свободу мне пришлось обрести уже в музыке, потому что мама стояла на своем очень прочно. Да. Вот. У Бориса Слуцкого есть стихотворение, посвященное как раз моему и его тягостному детству, которое очень совпадает с моим, которое называется «Вечерняя музыкальная школа в Харькове». Хотите, я прочту вам это стихотворение? Да. «Меня оттуда выгнали за проф, так называемую непригодность, но все-таки не пожалею строф, и личную не пощажу я гордость, чтобы этот домик маленький воспеть, где мне пришлось терпеть и претерпеть. Я был бездарен, весел и умен, и потому я знал, что я бездарен. О, сколько бранных прозвищ и имен мне выслушать пришлось! Ты глуп, неблагодарен, тебе на ухо наступил медведь, поешь тебе в чищобе бы реветь. Ты никогда не будешь понимать не то, что чижик-пыжик, даже гаммы. Я отчислялся до прихода мамы, но приходила и вмешивалась мать. Она меня за шиворот хватала и в школу шла, размахивая мной, и объясняла нашему кварталу, да, он ленивый, да, он озорной, но он способный, посмотрите руки, какие пальцы, децим уберет. Ты будешь музыкантом, марш вперед. И я маршировал вперед на муки, я не давался музыке, я знал, что музыка моя совсем другая. А рядом, мне ни в чем не помогая, скрипели скрипки и хирел хорал. Так я мужал в музшколе той вечерней, одолевал упорство рубежи, сопротивляясь музыке учебной и повинуясь музыке души. Вот это да. Слушай, я вот слушаю, думаю, Господи, это немножко и про меня тоже. Вы знаете, что меня в детстве отдали учиться на скрипке. Это было испытание для всей нашей семьи. Брат и сестра, все кричали, когда этот придурок кончит скрипеть. Когда я начинал скрипеть, это дом был траур.
И мне уже так не хотелось. Я понимал, я, конечно, был бездарен невероятно. И мне как хотелось все это бросить. Но мама сказала, как тебе не стыдно? Я купила тебе скрипку, давай учись теперь. И однажды моя скрипка пропала. Пришел учитель, а скрипки нет. Что-то все так ничего не поняли, нет скрипки. А потом, через несколько лет, моя бабушка, баба Саша, созналась. Нечего мучить ребенка, сказала, и сожгла ее в печке. Вот это да. Это да. И это меня спасло от этих дальнейших мук. Вы знаете, на самом деле, как я узнал, существует целый класс детей, тип детей, очень одаренных, интеллектуальных, которые, не желая учиться на скрипке, делают очень просто. Они просто их теряют в троллейбусах по пути в музыкальную школу. Тогда вот троллейбус я не догадался потерять. Бабушка спасла меня. Один раз можно вытерпеть, второй раз можно еще найти скрипку, но третий раз уже родители просто отказываются, это становится очень нерентабельно. Тань, ну а твой путь на Грушинский фестиваль? А мой путь очень простой. В 99-м году я первый раз появилась с Сергеем Яковлевичем Никитиным. Он сказал, едем на Грушинский фестиваль. Я говорю, а что это такое? Ну вот он говорит, мы приедем, ты все увидишь. И я говорю, сколько у нас будет концертов? Он говорит, концерт будет один, но он будет просто длиться 3 дня, с пятницы по воскресенье. И действительно, для меня это было удивительно, потому что один из концертов у нас был в 4 утра. Ну, нам постучали в палаточку и сказали, ну давайте, ребятки, бегите. Слушай, вот ты приехала туда впервые, что же ты увидела? Вот это же, ну это удивительно, конечно, организм. Этот фестиваль – это какой-то отдельный организм, ни на что не похожий. Тогда, в тот год, по-моему, было 250 тысяч народу. И на меня, конечно, больше впечатление произвел концерт на гитаре, когда перед тобой сидит живая гора. Ну, нигде такого не увидишь. А что вы с Сергеем Яковлевичем пели? Ну, я, к сожалению, сейчас уже, не помню. Да? Тань, а вот скажи, вообще, вот твой путь в музыку? Мой путь в музыку? Как сложился? Ну, может быть, не такой тернистый, как Роман. Но меня мама с папой отвели в Гнесинку. Мне было 6 лет. Слава богу. Первый год я играла на фортепиано, но, слава богу, они быстро поняли, что на фортепиано мне играть совершенно не надо. И они нашли мне дудочку. Сперва я играла на маленькой такой блокфлейточке. Все маленькие детки начинают с нее. А потом в 10 лет уже перешла на мою большую флейточку. И вот закончила Гнесинскую школу, потом Российскую академию музыки имени Гнесинка, потом там же аспирантуру. Но кто-то из великих педагогов, я помню, сказал, что мне не нужны талантливые дети, мне нужны талантливые родители, талантливые мамы. Моя мама талантливый человек, она меня водила в эту школу, потому что, конечно... Она сама музыкант? Нет, мама врач, папа музыкант, папа джазовый пианист и композитор. А, конечно, первые годы никакой нормальный ребенок не будет сам хотеть заниматься музыкой, когда там все бегают и играют, и гуляют, и все на свете. Но талантливые родители ухитряются все-таки детей. И слава богу, видишь, да, какой это результат. Правда. Да. Я очень им благодарна. Ну что, ребят, давайте попоем, а?